Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и их автобиографий. Элис Нил, американская художница, признанный мастер портрета. Элис Нил родилась 28 января 1900 года в Пенсильвании. Ее отцом был Джордж Вашингтон Нил, бухгалтер Пенсильванской железной дороги. Была четвертой из пяти детей в семье с тремя братьями и сестрой. Ее мать сказала ей: «Я не знаю, чем ты собираешься заниматься в этом мире, ты всего лишь девочка». С юных лет Алиса хотела стать художницей, даже мало знакомой с искусством. В Филадельфийской школе женского дизайна она два года подряд удостаивалась почетного упоминания в своем классе живописи на соискание премии Франциски Наяди Балана. В 1925 году Нил получила премию Керна Джорджа за лучшую картину в своем классе. В 1924 году Нил познакомился с Карлосом Энрикесом, кубинским художником. Пара поженилась 1 июня 1925 года. В Гаване Нил была принята растущим кубинским авангардом, группой молодых писателей, художников и музыкантов. В этой среде Нил выработала основу своего пожизненного политического сознания и приверженности равенству. Позже Нил сказала, что у нее была ее первая персональная выставка в Гаване, но нет ни дат, ни мест, подтверждающих это. В марте 1927 года Нил выставлялась вместе со своим мужем в 12-м салоне изящных искусств. Оплакивая потери мужа и дочери, Нил перенесла нервный срыв, была госпитализирована и пыталась покончить с собой. Ее поместили в отделение для самоубийц в больнице общего профиля в Филадельфии. Даже в сумасшедшем доме она рисовала. Постепенно состояние Нил стало стабильным. Через год она была выписана из больницы и вернулась в дом своих родителей. Умерла в Нью-Йорке 13 октября 1984 года. Формирование Элис Нил как художницы происходило в 30-е годы 20 века. В эти годы ей было создано множество портретов левой интеллигенции. Многие из них не сохранились. Широкая известность приходит к Элис Нил в середине 70-х годов. Одной из наиболее известных работ этого времени является портрет Энди Уорхола. Вот так вкратце из Википедии о американской художнице, признанном мастер портрета Элис Нил. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.